На компьютере. А нет, без переводчика они не смогут. Ну, я знаю, вы понимаете, я знаю, я сама психолог, я кандидат психологических наук, мы подобрали те тесты, которые не требуют большого диалога. Вот, там будут таблички, мы разработаем таблички для взаимодействия. А что болеть? У нас есть человек как раз, она психологом работает, которая училась жестовому языку. Может, как раз вот с вами и напрактикуется, но нет, вот нам нужно будет пройти определенные тесты. Я знаю, как мы это организуем. Молодежь, да, если кто грамотно понимает, читает,